Всем привет, друзья! Сегодня готовим очень мягкие сливочные печеньки с курагой. Готовятся они достаточно просто и из доступных ингредиентов. Но прежде чем начнем, поддержите, пожалуйста, канал лайком и подпиской, а подробную граммовку вы всегда найдете в описании. Для начала сделаем тесто. Муку соединяю с солью и разрыхлителем. В блендере соединяю муку и масло. Можно масло натереть на терке и потом соединить с мукой. Получившиеся крошки добавляем сахар, желток и сметану. Быстро замешиваем тесто, долго не мешаем, иначе печенье будет жестким. Далее убираем минут на 40 тесто в холодильник. В качестве начинки сделаю курагу. Можно взять густой джем, вареную сгущенку, шоколад, любые сухофрукты, орехи. Я курагу заранее замочила и промыла. Теперь измельчаю блендером. Достаю тесто и делю на кусочки, по 40 грамм каждый. Раскатываю в круг. Для того, чтобы заготовка была ровной и красивой, вырежу кольцо. Оно в диаметре 9 сантиметров. Делаю надрез ножом и с одной стороны надреза выкладываю начинку. Далее сворачиваю, как на видео, и защипываю края с начинкой. Так делаю со всеми заготовками. Уже готовые к выпечке печеньки отправляем в холодильник на 10 минут. А потом в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Даю остыть и посыпаю сахарной пудрой. Вот и все, нежнейшие печеньки готовы. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Напоминаю, что рецепты вы найдете под видео. Не забывайте сохранять видео и подписываться на канал. Впереди еще очень много всего вкусного. На этом у меня сегодня все. Ваша Саша. Пока-пока.